What's up, ребятки? С вами канал Alligame, Let's Play Rack. Сегодня мы будем с вами проходить Балыч в желтом. Да, понимаю, давно не было, но это потом. Итак, действие первое, сцена первая, нянечка. Погнали, посмотрим, что это такое. У нас какая-то комната, есть дверь, дверь открывается, в двери есть подъезд, смотри-ка. Заперто, все вроде бы понятно. Письма какие-то. Закрыто для обслуживания, лифт не работает, по причине нет электроэнергии. Дверь, как ни странно, которая ведет к выходу на улицу, тоже заполнена письмами. Здесь у нас ванная комната. В ванной комнате у нас все очень неоднозначно, потому что опять у нас опять есть все. Везде все отражается, кроме нашего отражения. И у нас, да, нет ног, нет тела. Это в принципе часто повторяемая штучка. О! Одна кошечка. Мы собрали одну кошечку. Душа запертая младенца в желтом. А что-то там. Что-то там, одна душа, я не успел прочитать. Но смотрите, зато работают краны. Зато работают краны, и это замечательно. Полочки не открываются, здесь больше ничего нет. Сейчас мы к тебе подойдем, мой хороший. Посмотрим, что у нас здесь. А, тебе понравилось? Уи! Круговорот малышей. Мне тоже прикольно. Интересно, а почему ты так смотришь? Так, а что у нас здесь? Здесь булка хлеба, тарелки. Здесь печка. Здесь яйца. Здесь тортик. Здесь холодильник. В холодильнике есть отдельно лук. Отдельно колбаса. Все дела. И соска. Самое главное, есть соска здесь в тарелке. Так, мы взяли малого. Что с ним делать дальше? Давайте его посадим на стульчик. Посадили на стульчик, взять малыша, посадить малыша. Пока непонятно, что здесь нужно делать. Какие-то кувшинки, везде все как-то украшено. Какие-то формулы, какие-то носочки висят, камина нету. Вторая кошечка. Можно получить доступ к тайнам, можно... А, это тайны какие-то, прикинь, мы собираем какие-то тайны. А, телевизор смотреть нельзя. Что это? Что это? Коробочка, блок, освободите 4 души. 4 души нам нужно освободить. Я так понял, вначале нужно собирать кошек. Накормите малыша, возьмите... Тебя покормить надо. Тебя нужно покормить. Пойдем тебя покормим. Там сказано, что тебе нужно бутылочку вручить. Все. Отнесите балаша на пеледальный стол. Отлично. Идем, несем балаша на пеледальный стол. Пеледальный стол — это такая штука, да, там, где пеледают. Возможно, это вот эта штука. Я помню, там всегда есть что-то мягкое, чтобы балашу не было слишком жестко. Так, у нас потерялся куда-то малыш. Попробуем его снова найти. Да, я понимаю. Когда сзади такое напряжение, и не такие глаза можно выпучить. Учитывая, что давлению некуда деться. Итак, отлично. Взяли, понесли, принесли, унесли, занесли. Так, мы его посадили, ему что-то не нравится. Уложите малыша. В смысле, на лопатке? Уложил? Нет? Может быть, здесь себя нужно уложить? Уложить в смысле? А, наверное, уложить в постель. Давай поищем, где у нас находится постель. Я так полагаю, что постель находится здесь. Нет, здесь постели нет. Полежи тут, я пока поищу комнату, в которой ты должен спать. Ага, вот, комната, в которой ты должен спать, я нашел ее. Отлично. Погнали. Так. Ага. Забыл. Мы комнату туда нашли, но тебя нужно было в нее уложить. Идем дальше, смотрим, где у нас здесь комната-укладывательница. Так, есть. Теперь ты должен там что-то сделать. Стул качать, покачать. Покачать. Найдите книгу сказок, сядьте. «Принц и кошка». Это та книга сказок, нет? Возможно, это не та книга сказок. «Принц и кошка». Давайте почитаем. Итак, в далекой стране за океаном, с темными звездами в небе, принц засыпал. К нему в кровать прыгнула кошка. «Я нашла секретный сад», — с удовольствием сказала кошка. Они радостно выбежали на улицу исследовать в ночи. Они прошли золотыми вратами. Взгляните на прекрасные деревья. Они шли красивым
мощеной тропой, взгляни на цветы луговые. Они прошли мимо журчащего фонтана, взгляни на танец воды. Взгляни, взгляни, взгляни. Но принцу сад не понравился, и он начал пинать деревья. Он погубил цветы и кустарники, а еще оборвал все листья. Он уничтожил сад ради забавы, а кошка смотрела в ужасе. «Какую ошибку я совершила!» — вскрикнула она. «Не стоило мне приводить его сюда!» Вот такая история. А вот и кошка. Смотри, у них тремор какой-то. Так, малой заснул. Самое главное, да. Самое главное, цель выполнена. Теперь уйдите и закройте дверь. Я ушел и закрыл дверь. Посмотрите телевизор. Все, я понял. Значит, первый акт выполнен. Да? Первые действия сделаны. Мы прошли обучение. Пойдем посмотрим телевизор. Мы посмотрели телевизор, но мы проснулись от того, что там кто-то плачет. Плачет, походу, малой, потому что что-то случилось. Возможно, у него грязные пеленки, возможно, что-то еще. Так, дверь сама открылась, мы идем сюда, а малого-то-то и нету. Так, возможно, он где-то здесь в подсобке. На чердаке. Лезем на чердак, чтобы проверить, где он. Что с ним и как к ним. А здесь странная херня какая-то творится. Какие-то пожарники, какие-то деревья, какие-то круги и непонятно что. В общем, жуткий кошмар творится. Но нам не сюда. Уложите малыша снова, уложите малыша. Я понимаю, что он за этой дверью, но я не пойму где. А почему ты здесь? Почему у тебя же лейкопластырь какой-то? Я не пойму. В чем проблема? Ты почему такой грязный? Почему не слушаешься? Снова уложить малыша, потому что он себя ведет как-то странно. Вообще непонятно, почему он тут оказался. Что тебе? Положите в кровать нужную игрушку. Так, по судя из рассказа, он был с кошкой. Да, все, уйти и закрыть дверь. Отлично, посмотрите телевизор. Идем смотреть телевизор. А дверь при этом открылась. Малой, ты хочешь сбежать от меня? Я все вижу. Давай посмотрим, где ты там? Что ты там? Ты здесь. Все нормально. Идем дальше. Давайте посмотрим телевизор. Посмотрим, чем эта история закончится. Итак, вторая ночь. Малыш смеется. Смотри, правда забавно? Нянька, я же прошу, не надо. Так, что-то у нас происходит. Малыш в желтом. Действие 2, сцена 1. Мы снова пришли, походу, бы уходящая нянька. Мы уходящая нянька. В холодильнике все как всегда. Стандартный набор продуктов. Возможно, кстати, из-за этого у него такая зловонь идет из штанов, потому что кроме лука и кроме горчицы в холодильнике больше съедобного особого ничего нет. Здесь-то по-прежнему все заперто. Здесь есть вход на чердак. А мы идем в комнату. И в комнате не обнаруживаем nothing, никого. Итак, возьмите бутылку в холодильнике, часть 2. Возможно, мы прошли мимо и не увидели, что малыш сидит на стуле. Но малыша нету на стуле, смотрите-ка, его нигде нет. Он есть возле телевизора. Но мы ему не разрешим смотреть телевизор, потому что это не смотрибельно для его... В его возрасте вообще телевизор опасная штука, это же различного рода облучение. Да, отлично. Нас заперли. Нас заперли, и надо что-то с этим делать. Отлично, да, заперли. И что теперь? Что мне теперь сделать? Хочешь, я тебя огурцом накормлю? Давай сделаем вот так вот. Чувствую, что малого сюда притянуло. Но вопрос. Что дальше? А вот и бутылочка. Есть, у нас есть бутылочка. Мы нашли бутылочку. А, он от нас прячет бутылочки. Отнесите малыша на пеленальный стол. И так будет повторяться каждый раз. Отнесем малыша на пеленальный стол. Смотрим, что с малышом. Малыш пока здесь. Берем пеленку. И у пеленки выросли глаза. Теперь что? Теперь нам нужно догнать и поймать пеленку. Отлично. Давай найдем пеленку. Побегаем за пеленочкой. Это ведь так забавно бегать за трусами. А я вот так вот закрою. Ага, понятно. То есть это еще и не просто так. Нельзя схватить его сразу, да? Ого, нихера себе.
Разбить в случае опасности. Это интересно. Это интересно. Это как видел, забавно. А что у нас за этой дверью? А за этой дверью ничего. Видимо, постепенно, по прохождению сюжетной линии, нам будут открываться все новые и новые комнаты. А пока... Пока время менять штаны. Итак, уложить малыша. И мы идем укладывать малыша, но что-то происходит не так. Малыш не хочет явно спать. В его глазах есть какая-то злость. Он постоянно куда-то телепортируется, и мы начинаем подозрить что-то странное. Так, иди спать, все. А это что такое? Принц и крольчиха, в смысле? Найдите книгу сказок и сядьте. Хорошо, я сажусь. Давай почитаем книгу про нового персонажа. Крольчиха. Когда крольчиха пришла в гости, принц сказал, пора играть. Но его большие красные глаза испугали ее, и она решила уйти. Маленькая крольчиха бросилась к выходу. Принц бежал за ней и кричал, ее нужно остановить. Он бежал. В смысле? Классная сказка, мне очень интересно. Ты просто еще мало глуп. В смысле? Положите в кровать нужную игрушку. На! Сиди, смотри, лежи. Что ты там делаешь? Чиль! Он бежал за ней темными коридорами. Прыг-скок! Непрерывный тщетный полет, прыг-скок. Бег по кругу, бег кругами. Неведомо где и за горизонт. Прыг-скок, прыг-скок. Принц не мог ее поймать, ее сердце наполнилось гневом. Крольчиха проскользнула в дверь и убежала по тропинке. Принц кричал, мне нужно больше друзей. Еще, сейчас же, новых. Я приведу тебе новых, сказала его любящая мама. Итак, малой спит, все классно. В общем, интересная сказка получается. Так, здесь есть король. Зачем он, пока непонятно, но в общем, для чего-то он нужен. Тем временем, пока он спал, а мы будем ходить и смотреть, нет ли где здесь еще какой-то фигурки кошечки. Кстати, в июле выпал снег. Вот диковина. Все началось, когда мне подвернулась эта работа. Здесь были и другие няньки, они рядом. Кто рядом? Нифига себе. Так, тем временем, что у нас здесь? Какие-то таинства творятся. Нам говорят, что здесь были и другие няньки. Но вопрос, где они? И кто рядом? И почему сейчас этих нянек нет? И смотрите. Вы видели? На картине были следы. А, это интересно. Возможно, это какой-то незапрограммированный код прозвучал. Здесь нельзя ничего открыть, посмотрите телевизор, отдыхайте. И улыбка такая, смотрите, отдыхайте, отдыхайте. Самое веселое впереди. Кто-то у двери, давай посмотрим, кто у двери. Так, есть какой-то набор тостер 2000. Отлично, положите коробку на стол. На стол какой? На кухонный стол, на стол детский, на стол обеденный. Давайте, ладно, положим на этот стол. Наконец-то можно посмотреть ТВ. Давайте посмотрим наконец-то ТВ. Ночь 3. Нянька, спокойной ночи, сладких снов. Я покажу тебе свои сны. Малыш же в желтом. Действие 3, сцена 3. Погнали. Итак, действие 3. Посмотрите телевизор. Давайте посмотрим телевизор. Поднимитесь и успокойте малыша. В обстановочке в данный момент ничего не изменяется у нас. Единственное, что может быть где-то будут какие-то кошки. Давайте посмотрим. Все-таки нам надо найти эти все фигурочки. А что у нас? Подожди. Здесь у нас ничего особенного. Ладно, погнали. Итак, нам нужно успокоить, подняться малыша, поэтому мы сейчас поднимемся и успокоим малыша. Мы зайдем, и он здесь. Что нам нужно сделать? Уйти и закрыть дверь. Окей, уйти и закрыть дверь. Проще пареного. Что же еще?
Давайте спустимся. Может быть, сырный тост? Давайте сделаем сырный тост. Только вопрос, где у нас тостер? Да, у нас уже яйца взрываются. Только вопрос, где нам сырный тост сделать? Где нам сделать сырный тост? Из чего сделать сырный тост? А, вот, возможно, мы положим вот это сюда. Потом мы заглянем, возьмем сыр. И возьмем еще один хлебушек. И сделаем себе сырный тост. Покорми малыша, чудовище. Feed me. Ясно. Ух ты. А сосочка-то далеко. Пойдем покормим малыша. Только вопрос, почему нас закрыли? Теперь нам нужно где-то здесь ходить. Не то чтобы я сказал, что они богато живут, но холодильник у них довольно-таки вместительный. Так, а что у нас дальше? Дальше у нас лабиринт из стенок холодильника. Мы вышли в коридор и зашли в эту комнату, в зловещую комнату, где есть малыш. Отнесите малыша на пеленальный столик. Малыш, как всегда, навонял после... Поэтому сейчас мы его приведем в порядок. Вот это вот мне не надо. Вот это вот такую музыку грозную делать. Вот это вот... Ух ты! Прикольно. Бесспорно, это было здорово. Это определенно было круто. Разберите защитное стекло наверху. А, я понял. Хорошо. Нам срочно нужно разбить защитное стекло наверху. Маленькая санаводрыч. Разбили. Отлично. Выпендриваешься, значит, да? Как там, придать огню? А так тебе нравится? Отлично, отвезти малыша в спальню. Ой, я тебя умоляю, вот это вот, что ты мне здесь, вот эти глаза свои закатываешь? А кто, а кому нравится, принц и овца? Что? Что? Принц и овца? И что? И дальше? Новую книжку мы нашли, давай сейчас прочитаем новую книжку. Успокойся, вот это мне, вот это вот. Прыгает он мне. Давай почитаем. Я видал кошмары похуже. Во дворце было холодно, в небе ярко блестела луна. Ветер дул и дул, о нет, шторы широко раскрывались. Слышишь, малой, да? Маленький принц лежал в кроватке, и не мог заснуть. И он попросил маму сходить найти мою овечку. «Я голоден», — сказал принц, — «и овца подала напитки». «Я испачкался», — сказал принц, — «и овца дала ему одежду». «Я устал», — сказал принц, — «давай я тебя посчитаю». «Один, два, на три». «Еще кое-что», — сказал принц, — «пока я не заснул». Он открыл свои большие красные глаза и повернулся к овечке. «Приходи ко мне во сне, останься навечно в моей голове». Овечка повторно сделала шаг вперед. Овечка повторно сделала шаг вперед, охваченная ужасом. Так, значит, ты, походу, некий принц, да? Судя по всему. А это твой трон. Хрена себе. Доброй ночи. В смысле? Типа все? Больше сейчас еще.
Что значит больше сейчас еще? А больше сейчас еще. Войдите в квартиру. Итак, давайте зайдем в квартиру. Возможно, тут у нас какой-то есть другой сюжет. Какие-то голоса. Не поднимайтесь по лестнице. По какой лестнице? Почему не подниматься по лестнице? Давайте попробуем приводить его соской. Возможно, соска как-то это все дело решит. Но мы поднимемся по лестнице, потому что здесь что-то происходит. Заперто. Соску возьми. Так, иди за белым кроликом. Идем за белым кроликом. Белый кролик. Выход здесь. В соседней двери ничего нет. Есть лифт. Надо нажать на кнопку. Лифт почему-то едет вверх, а не вниз. На 24 этаж. Какая-то фигня. Он хочет уйти. Давайте уйдем вместе с кроликом. Следуйте за белым кроликом. А безумие Пикмана. Быстро к выходу. Маленький крольчик прыгал. Маленькая крольчиха прыгала. Принц и крольчиха. Мы, походу, пройдем каждую историю за отдельного персонажа книги. Итак, кролика уже нет. А мы все еще в лифте. Я, конечно, могу предположить, что он вышел немножко раньше. Да, возможно, нет. Это не так. Судя по всему, мы двигаемся стремительно вниз. Цокольный этаж. Хотя нет, смотрите, это какое-то что-то где-то. Мы где-то внизу, на каком-то непонятном этаже, пока непонятно вообще, что происходит. Но что-то происходит. Итак, мы видим дверку. Дверь запирается. У малого есть ключ. Угу. Проследуй в новую комнату, сказал мне мелкий. И попробуй забери у меня ключ. А давайте посмотрим, может быть, здесь есть кошка, просто забьем его. Ну, в смысле, не в прямом смысле забьем его, а забьем на него. Смотрите, какие-то бумажки. Какие-то что-то. Популярные пластинки. Мне нужно найти кошек, чтобы посмотреть, что у кошек есть. А кошек больше-то и нету. Это новая комната или что? Вот, есть пластинка. Может быть, это сыграет какую-то роль. Давай попробуем поставить пластинку. Может быть, это какая-то ачива будет, но пока здесь ничего не понятно. Или какую-то песню нужно сыграть. Сыграть. Поймать малыша неудача, я понял. Надо найти какие-то бумажки, из которых мы можем сделать то, что называется музыка. Сотворить музыку. Может быть, это заставит его спать. Да, это явно ему не понравилось. Попробуем еще раз сыграть. Переключатель? Какой переключатель? Что ты имеешь в виду со словом переключатель? Так, есть кошка, появилась кошка. Ран. И куда нужно бежать? Какой переключатель нужно нажать? Что за переключатель?
Ух ты! Присесть. Может, мне нужно сбежать отсюда вам? Ну, явно нам не стоит бегать за малышом, потому что это бесконечная какая-то беготня. Вот, есть какая-то пластинка. Слушать пластинку Пикмана. Отлично. Мы взяли какую-то пластинку. Теперь, возможно, это какой-то нам результат в дальнейшем сведении нам составит. Спасибо большое. Ну, такие, знаете, скромные испуги. Да, все, я тебя поймал. Все, иди в жопу. Я пошел отсюда. Отлично. У нас есть следующий лифт, но он не работает, потому что у нас опять поменялось все. Теперь нам опять нужно куда-то в какую-то другую сторону идти за белым кроликом. Здесь ничего нет, есть какая-то дверь, есть какая-то электрощитовая, возможно, нам сюда, чтобы активировать лифт. Есть батарейки, точнее предохранители. Так, Ли, Смит, Бумбовея какой-то. Здесь есть непонятно что. Есть замочек. Понятно. Надо решить эту головоломку с замочком. Так, 1 из 7. Две цифры нам известны. 1 из 7, 4, 3. 4. 3. 1. И 7. А что это значит? И что тогда нужно сделать? Что-то кинуть что-то или что? Я не пойму. Исследуйте блоки предохранителя. Здесь нужно синий блок поставить. Синий блок. Точнее, синий предохранитель. Есть, отлично. И ничего нельзя нажать. Ага, вот здесь вот надо поставить сирененькие. А зачем мы тогда вскрывали эту вентиляцию? Непонятно. Ах ты маленький засранец. Да, это, конечно, классно, но, наверное, мы вот это сделали, чтобы туда малого кинуть. Отлично. Мне понравилось. Вот для чего мы вскрыли, короче, вот эту штуку. Открыть. Надеюсь, теперь работает. Идем к лифту. Малой, ты достал уже. No escape. Безвыходность. Ты не выйдешь или что? Итак, нужен подходящий ключ. Еще и зеленый, точнее, желтый с подходящим ключом. Где теперь только это все искать? Непонятно. Ну что ж, отправимся дальше. Нам нужно как-то отсюда возбежать. Но вот проблема. Нянечку никто не хочет отпускать. Хорошие нянечки на вес золота. Так, идем обратно. Подождите, а возможно ли такое, что там, где мы сейчас были, возможно, сейчас что-то перезагрузилось, и там надо что-то опять искать? Ну, мало ли, бывает такая ситуация. Кошечек здесь нигде нету, потому что помним, что мы собираем маленькие души кошечек. Здесь заперто, идем в другую сторону. Здесь тоже заперто, тут кричит малой из-за угла. Здесь сюда что? Лифт, точно, лифт туда сработает. Ему явно не нравится, что мы пытаемся уйти. Итак, это какая-то змея с капюшоном. А, вот, у нас есть ключ. Отлично. В щитовую нам не пройти, значит, нам надо уйти. А куда уйти, непонятно. Так, желтый ключ с треугольником. С треугольником желтый ключ. Зеленый с месяцем. А, сука, спокойной ночи.
Нажмите для пробуждения. В смысле, я довольно-таки быстро все делал. Давай побыстрее начнем это делать. Итак, надо на ходу. Надо на ходу, надо на ходу. Надо очень быстро делать это все, это все, это все. Ключик с месяцем. Есть. Ключик с треугольничком. Есть. И побежали, побежали, мы бежали, мы бежали. Наши пальчики устали. Мы бежали, наши пальчики устали. Мы бежали. Див, вон от меня. Выходной, не бросай меня. Оставайся здесь навсегда. Мольба Хастура. Хастура. Я не знаю, что это. В общем, сейчас узнаем. Как-то у нас по фасту проходят эти все мероприятия. Как-то очень быстро все происходит. Итак, мы приехали. Возьмите бутылку в холодильнике. Походу, мы отсюда еще не скоро уйдем. У нас все поменялось. Есть ключ. Давайте ключик мы положим куда-нибудь поближе. Во-первых, выключим музыку. Музыка нас уже достала. Ключики рядышком положим. Так будет правильней. Зачем только туалет, нам непонятно вообще для каких действий он нам необходим. Ну, он есть, понимаешь? Есть еще ключ. Возможно, сейчас нам эти все ключи понадобятся. Поэтому давайте мы все ключики в одном месте сложим, чтобы потом их долго не искать. Здесь у нас что? Ничего. Бутылочка. Есть. У нас есть бутылочка. Есть малой. Он никуда не ушел. Это хорошо. Итак, отнесите малыша на пеленальный стол. Обязательно я это сделаю. Ух ты. Ключик с сердечком. Нам нужен ключик с сердечком. А где я найду ключик с сердечком? Ключик с сердечком вот здесь сюда спрятан. Давайте заранее откроем дверь, потому что, возможно, нам придется сразу же туда бежать. Отлично. Мы открыли. И что мы видим? Малыш решил, что мы его должны отнести на пеленальный стол. А мы вообще должны его брать. Усталый мальчик. Мы либо лайфхакнули все это дело. Смените подгузник, неудача. А может быть, за ним не надо ухаживать? Может быть, его просто нужно хорошенечко обидеть? Чтобы он вообще расстроился. Итак. Вот так вот. Спи, обосранный. Ран, игрушки разблокированы. В доме есть ящик с игрушками. И что дальше? Мы его здесь оставили и пошли себе дальше, куда глаза глядят. А малой-то, смотри-ка, не хочет лежать в постели. Мы теперь что, будем до бесконечности ходить по этим кругам? Или его просто нужно не класть? Может быть, просто стоит его где-нибудь забыть? А, раз, два, три. Это же овечка. Мы считаем овечку. А что, если мы пойдем в обратную сторону? И закрыто. Да, походу по кругу нужно ходить. А время, интересно, идет. Не надо. Белый кролик говорит нам не надо. Ни хрена себе. Все, отстань от меня. Белый кролик говорит не брать мальчика. Мы не будем брать мальчика. Иди вон от меня. Не дождешься. Беги. Белый кролик помогает нам. Белая крольчиха, точнее. Спасибо тебе большое. Не надо смотреть в телевизор. Не надо смотреть в телевизор. Опа. Не смотреть телевизор, чтобы... Я понял. Не смотреть в телевизор, чтобы не уснуть. Не смотри в телевизор, чтобы не уснуть. Отлично.
go fuck yourself. Ну так, отлично. Да иди в жопу, конечно. У меня тоже есть крутое кресло. Покруче твоего, между прочим. У него есть еще две подушечки. Одна для головы, другая для поясницы. Мне тут помягче будет. Ой, да, ну вот начинается вот это. Конечно, да. Вот как страшно вот это вот. Напугал вот это вот. Пугач он мне. Пугливых нашел. Ох, ни хрена себе. Вот это вот, конечно, комнату заизвилило, я тебе скажу. Что это за кобра? Не берем малого. Есть кошечка. И бежим дальше. Очень усталый малыш. А что нам? Что нам? Нам нужно вниз прыгнуть. Я пытаюсь. Я пытаюсь, но ничего не происходит. Куда мне идти? Очень усталый. ТВ неудача. Как нам спрыгнуть вниз? А что происходит? Почему я не могу спрыгнуть? Я не могу спрыгнуть. Может быть, его скинуть отсюда надо нафиг? Не бросай меня один. Да, смотри, прикольно. Я его кинул. Я его кинул и... Бойтесь, боюсь. Что сейчас произойдет? Сейчас будет резкий испуг. По-любому, раз бойтесь. Неудача. А, возможно. Ого. А ты что такое? Смотри, какая-то варюшка. Ладно, отлично. Проход. Проход от белого кролика. Закроем за собой дверь, чтобы нас ничего не смущало. Сейчас будет слева. Нихера себе. Налево или направо? Направо. Бегем, бегем. Ну, блин, в смысле? Ну, это жопа какая-то. Это было очень круто. Он нам закрасил. Прикинь, какая сволочь. Он закрасил налево проход. Он закрасил налево проход и сбил меня с толку, прикинь. Какой он, а? Шмышлёды. Ладно, хорошо, окей, я понял. Значит, не надо вестись на его проказы, на его... Херенья уловки! Так, он закрашивает мне неверные ходы. В смысле, алло? Подожди, а как? А куда? Подожди, а куда? Бойтесь. Какие варианты у меня еще могут быть? Тут заперто. Я иду вот сюда. А я могу назад побежать? Я побежал вот сюда. Да подожди, как так? Ты откуда... Он появляется из ниоткуда, понимаешь? То есть он тупо не бежит за мной, это я бегу, боюсь. Не бросай меня, один, бойтесь. Уязвимый. Отлично, хорошо. Сейчас он... Появится, нападет на меня, будет бежать за мной. Мне нужно вот так вот сделать. Отлично. Ух ты, смотри, сколько тут игрушек. А зачем эти все игрушки? Отлично. Итак, идем по стрелочкам. Идем по стрелочкам или от стрелочек, я не знаю. Covert. Защищайся.
испугал меня. Все-таки он испугал меня. Я надеюсь, у меня здесь будет продолжение. Так, побежали. Он нам дает всегда фору. Какую-то фору он нам всегда дает. Мы за это ему очень благодарны. Идем за белым кроликом. Идем за белым кроликом. Где тут белый кролик? Ничего не видно. Проход, вот проход, вот проход. Идет какой-то поезд, едет. Вот есть проход. Есть проход, есть проход. Кролик нам подсказывает. Беги, маленький кролик, ты не единственный, всегда будет еще. Приближается черная кошка. Бар 2023, новые зоды, головоломки, костюмы, многое другое. Подпишитесь. Итак, назад к ночи один. Да, видимо, мы будем проходить истории по сказке, по книжкам, которые мы читаем. Мы проходили про кролика. Это был Желтом. Не забываем ставить свои замечательные пальчики, подписываться на канал. И помним, что на канале есть раздел видео, где множество уже интересных пройденных игр. Буду рад, если вы все посмотрите. Спасибо за просмотр и увидимся в следующих приключениях. Hello, motherfucker.